Лариса, добрый вечер. Добрый вечер. Ваше поздравление для Яны Шевченко в ее незабываемый день рождения. Я от всего сердца желаю этой талантливой, хрупкой, но такой сильной, бесконечно творческой женщине Яне Шевченко любви, весны, побед и в творчестве, и в ее личной жизни. И я нисколько не сомневаюсь, что мы станем свидетелями ее ярких, интересных решений на цирковой арене. Расскажите, пожалуйста, о вашем стиле. Что вы предпочитаете в гардеробе? Ну, мне посчастливилось. Я пробовала очень много разных стилей, и мне они идут. Все зависит от того, в какой ситуации я оказываюсь. Но очень важно быть одетым по случаю. Не просто красиво, не просто модно, а вписаться в тот антураж, ту атмосферу, в которой ты оказываешься, и при этом чувствовать себя органично. И как ведущая Первого канала программы «Модный приговор», защищая своих любимых героинь, я всегда находила нужные слова, чтобы их поддержать. Ну и в деликатной очень форме посоветовать и напомнить им, что, конечно же, мода, одежда, образ женщины, он во многом ее поддерживает и в личной жизни, и в творчестве, и в работе, и бывает иной раз решающим в выборе партнера в жизни. Этим нельзя пренебрегать, это мы точно знаем. И этому мы учим наших героинь, наших телезрителей. Да, это правда. Скажите, а могли бы вы назвать каких-то дам современного или прошлого времени, которых можно считать эталоном стиля? Могу сказать, только напомнить о тех женщинах, которые восхищали поэтов, художников, и которые запечатлены были на полотнах живописцев. Это вот ровно то, что соответствовало эталонам времени, в котором эти женщины существовали. Спасибо большое, Лариса, вам красивого вечера.